Это уникальный комплекс, содержащий оборудование более чем на 3 миллиарда. Здесь будут находиться современные. Здесь будет гостиница для приезжающих, которые будут получать амбулаторно-поликлиническую помощь. Это фактически такой вот центр оказания уникальной, необходимой жителям нашей области онкологической помощи. Строители работают в срок, что надо отметить. Полностью в график. В этом году началось строительство, оно рассчитано до конца 2022 года, чтобы этот запустился комплекс для нужд нашей области. Для того, чтобы работать здесь, нужно обладать сложной специальностью. Это не просто закончить медицинский институт, еще нужно повысить свою квалификацию до онкологической службы, причем раздвоиться на много специальностей. Это же не просто онколог, тут врач, онколог-гинеколог, онколог-хирург, онколог-кардиолог, много специальностей. Поэтому главный врач онкодиспансера пригласил и студентов медицинского университета непосредственно, и своих молодых специалистов, и врачей, которые изъявили желание, уже вошли в линейку нашего кадрового состава работать здесь. Надо сказать, что это не отдельное учреждение. У нас уже существует Саратовский онкологический клинический диспансер, и данный объект будет являться одним из его подразделений. Разумеется, это новые рабочие места, более 700 человек будет новых рабочих мест, будут приняты на работу химики-аналитики, ну, то есть такие специальности, которых радиохимики, которых в настоящий момент нет, потому что не существует в нашем регионе подобных схожих подразделений. Минздрав проводит кадровую политику, то есть это студенты наши, целевики. Мы на базе существующего онкодиспансера на кафедре факультетской хирургии и онкологии обучаем этих студентов, и затем они у нас же здесь останутся работать. Кроме того, у нас есть студенты, которые будут работать врачами-радиологами и радиотерапевтами. Данной программы ординатуры Саратовского медуниверситета на сегодняшний день нет, поэтому, опять же, Минздрав области заключает договоры, и мы этих студентов в ординатуру отправляем на центральные базы Москва, Питер, Казань. То есть часть студентов у нас обучается там, и через 2 года по завершении обучения они также вернутся сюда и будут работать вот в вновь открывшихся подразделениях Саратовского онкодиспансера. Очень хочется помогать людям, поэтому медицина. Просто медицина – это любовь, это не почему-то, не по каким-то причинам. Но на самом деле очень хотелось бы спросить у министра, будут ли вакансии для молодых специалистов, потому что, конечно, очень хотелось бы работать в настолько комфортном учреждении лечебном. Естественно, хотелось бы узнать, насколько будет современное, новое оборудование для диагностики, потому что для нас, как для врачей, это очень важно, чтобы мы смогли своевременно продиагностировать заболевания и эффективно их лечить потом, в дальнейшем. Ну, тот, кто сюда придет, я думаю, не пожалеет, потому что работать в этом комплексе, это, считайте, работать на уровне врачей всей России. Я думаю, здесь будет обмен налажен, естественно, опытом с другими регионами, в том числе с Москвой. Обмен работы, обмен кадрами. И мы, я думаю, будем здесь работать, в том числе и в другие области. Надеемся, что ключики нам вы отдадите вовремя, да, это, как говорим, в ноябре. Не обсуждаем. Вот. Нас всех устроит качество и отделка, и чтобы нам через 2 года не приглашать вас через год назад перекрашивать, как бывает. Но это мы потом посмотрим, потом друг другу спасибо скажем и шампанского выпьем. Вот. И всем вам большое спасибо за то, что вы сейчас делаете.